В связи с угрозой сильного паводка спасатели готовят эвакуационные пункты для размещения людей. Всего их в регионе будет 325. Продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи туда уже завезли. Кроме того, предусмотрены места временного содержания животных на случай эвакуации. 86 загонов развернули на базе крупных животноводческих хозяйств. Подробнее расскажет Агири Муканова. Один из таких экстренных пунктов расположился в средней школе номер 13 поселка Заречный. По подсчетам спасателей, в зоне риска там могут оказаться около 50 человек, 15 из которых инвалиды. Уже сейчас в школе есть все необходимое. Трехдневные запасы еды, чистая вода, медикаменты, памперсы и пеленки. На сегодняшний день мы подготовили 40 койко-мест, в том числе, значит, комната матери и ребенка, комната психологической разгрузки, медицинский пункт. Также мы готовы сегодня встречать и людей с ограниченными возможностями. У нас есть в запасе, значит, кресло-коляска, полностью обеспечены медикаментами. На контроле честников и домашние животные. В 92 населенных пунктах, подверженных подтоплению, общее количество крупного и малого рогатого скота достигает 195 тысяч голов. В случае прихода большой воды для их эвакуации задействуют почти 350 ветеринаров. Специалисты в настоящее время проводят вакцинацию скота против особо опасных болезней – сибирской язвы, туберкулеза и модулярного дерматита. При осложнении паводковой обстановки наряду с населением эвакуируются и домашние сельхозживотные. В зависимости от складшей обстановки эвакуация может проводиться как отгоном скота на высоте местности, так и эвакуация их автотранспортом в специально определенные места. Для эвакуации животных в регионе подготовили 86 загонов. Они развернуты почти в каждом населенном пункте, находящемся в зоне риска. Перевозить скот планируется на специальном транспорте. В наличии 13 скотовозов. После каждого рейса машины будут дезинфицировать. По городу Петропавловск в случае подтопления поселков Заречный и кожзавода Подгора для эвакуации животных подготовлены места КХ «Валиев», то «Фрегат», то «Космедпродукт». Корма имеется в достаточном количестве. В прошлом году почти из 300 подготовленных пунктов для эвакуации населения задействовали только 3. В 2020-м в связи с угрозой сильного паводка спасатели увеличили их количество до 325. Агири Муканова, Рустам Тлюжанов, новости МТРК.